Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В этом выпуске мы рассмотрим третий скилл такого героя, как Life Stealer, под названием Open Wounds. Это вампиризм. Давайте я вам покажу, как он работает. Отнимем здоровье у Life Stealer и используем третий скилл. Бьем с руки. Вот, вампиризм идет. Но не все знают, что третий скилл также работает и на наших союзников. То есть на них работает вампиризм тоже. Отнимаем здоровье у Леона. Ну, еще разок. Опс. Потом накладываю третий скилл на врага. И ультует Леон. Вы видите, у Леона восстанавливается здоровье. Или просто бьет с руки. То есть работает вампиризм с нашего третьего скилла. Также третий скилл мы можем использовать вместе с Мидасом. Для этого нам нужно отнять себе здоровье. Ну еще раз. Оп. Хорошо. Так, подходим к крипам. Накладываем третий скилл и используем Мидас. Вы видите, у меня восстанавливается здоровье, даже не подходя к крипам. И также есть взаимодействие третьего скилла с нашим ультимейтом. Отнимаем здоровье. Ну, еще разок. Оп, хорошо. Сейчас я сделаю ультимейт без использования третьего скилла. Залазим, вылазим. 1060 хп в итоге. Пробуем с третьим скиллом. Вот, отлично. Так, подходим к рипу. Использую третий скилл и ультимейт. 1350, то есть примерно на 200 на 300 больше. Это 30% от нашего третьего скилла. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.